Ну чё, не нашли вертолет? Нет. Не вижу. Outlaw целится в меня. На следующей Где? Горе, на юге. Видел нас обоих. Прям почти на вершине, не знаю, как сказать, вершина чего. Не знаю, во что целится, но целится. То есть вот как ты бежал от меня, только левее. Ну вот, тоже верхушка чего, да. Вот это вот гора соседняя. Почему я его не вижу? Вот я его вижу. У меня вообще в воздухе висит. Да, вижу. 632. Подожди, от собаки. Азимун, дай какой-нибудь. Я убежал, потому что он смотрел на меня. Кипец, я не понимаю. От себя, ну, может, на юг ровно будет. Он все еще сидит, лежит? Сейчас это не. А, лежит, вижу. От собаки или от чего-нибудь, ориентир какой-нибудь дайте. Твоего. Ну а что вы можете сказать? Азимут тогда. Да чтоб вас. Ой. Русским языком расспрашиваешь. Попробую стрелять. Я не могу, я ушел в сторону. Я попробую, я попробую. Ну просто описать какую сторону-то хотя бы, собственно. Ну вершина горы сидит вот, ну... Ну все, чё я теперь-то? Теперь я сдох. Так я тебе говорил про вершину горы, чё тебе... Про какую гору-то? Гор-то тут полно! Да полно гор! Ну значит все осматривай. Смотрел прямо на меня, я увидел его, он смотрит на меня и ушел, потому что он мне сейчас в окуляр даст. Отлично. Попал в него. Готов, убил. Ну, он не один был, это, по-моему, из той команды. Это не один, этот не стрелял. Костя где умер? Неважно. Связался с идиотом.